По поводу того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Значит, да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей. Возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну, что не объяснять, человеку хуже стало жить, ну, что не объяснять, что не говори, пандемия, не пандемия, вот хуже жить, значит, плохо, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну, конечно, а как же?